Надзорное ведомство заинтересовал недавний инцидент. Родители 4-летнего мальчика в течение часа ждали приезда скорой, после чего узнали, машины на вызов еще не расписано. Ребенка пришлось везти в больницу на такси. В руках врачей он оказался через 2 часа после получения травмы. Оказалось, что в этот день на линии работали 70 бригад вместо положенных 119. Прокуратура провела проверку и выяснила, что одна из причин задержек – неукомплектованность штата, в том числе вызванная недостаточной зарплатой. Сейчас надзорное ведомство требует от начальника управления здравоохранения и главврача станции скорой помощи устранить нарушение закона. Добавлю, в среду из-за низких зарплат вышли на пикет фельдшеры в Садке. В их расчетных листах фигурируют суммы в 13 тысяч рублей. При этом областной Минздрав поясняет, что оплата труда в Саткинской скорой рассчитывается индивидуально, а проверки не выявили нарушений.